Технический этаж в лучших традициях. Высокий, просторный, с базовыми станциями. Ну, с открытыми лифтовыми, с операторами связи, предоставляющими услуги ШПД КТВ. Ну, с многим количеством операторов-то, прям вот, ну, с многим. О, как интересно, а! Сразу же бросается в глаза. О, как интересно, выпиливали, что ли, пацаны? Ну да, бывает. Доступ нужен, да? Ага. Значит, сначала выпилили, да? Ну, а потом еще и сломалось все как-то. Ну, бывает, да, бывает. Камки-то зукселевские, а? С ума сойти. С СФП-хами-то вон, а с какими по району. А абонентов-то что-то и нет. Бесперебойник такой хороший в открытом состоянии. Ну еще раз, технологическое отверстие, да? Вон оно какое, да? Ну ладно, пусть функционирует, ничего не ломается. Закроем все добрым людям. Это что у них там? Телефонный шлюз, что ли? Ну ладно, не наше дело. С обдувом, с двумя кроссами в две стороны. С зукселем, с оптическим, с коммутатором 24-портовым. Ну ладно, прикроем. В общем, технический этаж.